Поэтому в ведические времена запрещено было малолеткам общаться друг с другом. Знаете, почему запрещено? Они не в состоянии контролировать свои чувства. Вообще не в состоянии. Такой возраст. Вот возраст полового созревания, это где-то с 14 до 25 лет. Вот этот возраст. Он очень опасный. Особенно с 14, 15, 16 до 18 лет. Вот этот возраст, это пик. Это время Венеры. Венера очень, сама по себе в гороскопе, ну, в этом возрасте влияет на человека. И еще его собственные желания рвут его на части. В таком состоянии он не может вообще учиться. И вот когда смешанные классы, я вот часто по институтам езжу, я вижу, что смешанные классы сидят, они дают нормально, говорят, хихи-ха-ха. Они не могут сосредоточиться на теме. Потому что так действует природа. Мужчина и женщина должны быть вместе. Это все ортодоксальные отстои. У нас свободная страна, мы современные люди, сами себе проблем доработали. Посмотрите, что происходит. Они сидят, кривляются, учителя не могут нормально преподавать. Но как только их разделишь, все нормально, все себя слушают. Кто учителя? Есть учителя в зале? Заметили, да? Очень тяжело. То есть сексуальная энергия, сила Венеры, она давит на человека.